Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Видимо, руководствуясь этой нехитрой истиной, моя жена и предложила поездку на ежегодный фестиваль черешни в город Кюртендил. Надо сказать, что я небольшой любитель черешни, так как всю сознательную жизнь я видел ее только в магазине, аккуратно упакованные в небольшие прозрачные коробочки, еще с запоминающейся ценой на этикетке. Следующие 2 часа поменяли мое отношение к этому фрукту. Впрочем, смотрите сами. А вот это бальзам на душу. Как бы ни была хороша черешня, но вкус закопченного или завяленного куска мяса забыть она не заставит. Эффект получается обратный, если этот кусок запить правильным вином, сделанным из этой самой черешни. В общем, домой, кроме запоминающихся впечатлений от этого праздника, мы вывозили кое-что материальное. Теперь, живя в Болгарии, я знаю, что черешня – это праздник, который всегда со мной.